Всем привет, с вами Фрейн, и я продолжаю выживание бомжа в России. Ну и вот, в прошлой серии... Итак, тут у нас больше снега нападало, больше мусора стало. Ну и так, в прошлой серии я... Сейчас сломаю коробку и скажу. Ну, я загляну на кладбище и... Ну и все. Ничего там больше интересного нету. И наконец-то тут появились люди. И тут рынок изменили. Вот написано рынок. И тут такие проходы сделали. Ага. Ну и продавцы оделись. По-теплому. Так, обмениваем. Ну и вот сегодня я со своим другом поговорил. Ну, с Вовой. И вот... Опа, нифига себе. И вот... Я вот хочу у него... Ну, скорее он мне попросил у него прибраться. Он мне 550 рублей заплатит, ну... И... Мне что, отказаться, что ли? Я согласился, ну и вот... Только он мне посоветовал сначала все убрать. Ё-моё. Ой, так, здрасте. Сначала у меня все из инвентаря убрать. Да уж, не кошерненький у него магазинчик. Я сейчас тут все соберу. Так, всем здорово. Так, гопник. Здорово. И так. Сейчас я... Опа! Пузырек воды достался мне. Ну это хорошо. Ой, прости. Так. Здравствуйте, полицейский. Вау. Новый магазин открывается. Магазин мебели, наверное, открывается там. Так, картошка. Опа! Офигеть! Он работает? Ну-ка. Да, работает! Офигеть! Офигеть! Ладно. Это круто. Нашел телефон. Ну, пусть разбит, но работает. Лучше надо владельцу отдать. Ну. Опа. Привет, бомж. У тебя тут нифига себе дошираков. Это ты что, на зиму заготовил, что ли? Текс. Ага. Ладно, понял. Я потом к тебе приду. Так, еще картошка. И... Ох, нифига. Сено здесь. Да. Эх, там я в первую ночь ночевал. Так, что вы тут с ума сходите? Вроде бы все проверил. Нет, 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 еще не все. Или все. Тихо, тихо. Такс. Ну-ка, бутылочки подобрать. Ну, и все. Пошлите. Ну, убирать себе туда. Все. Такс. Убираем ящик. Тяжелый-то какой. Давай. Давай. Ох. Хотя стоп. Мне сначала тут надо все обменять. Так, ну-ка. Идем сюда. И. Так, обменим сначала ну, эти банки. Не знаю, почему их так много. Так, потом бутылки. Так. Вот сюда. Так. Мясо какое-то просроченное. Не знаю. Картошку. Круто. Текс. Бутылки. Офигеть. И стрелы. Текс. Стоп. А где тут? Бутылки. Ладно. Ладно.
Спрячу пока что все сюда. И тут построили что-то. Все ненужное сюда складываю. Ну, вроде бы, все. Вот только деньги. Так, все. Мобил, текс и текс. Ну ладно, все. Давайте пошли. Фух. Надеюсь, что. Ну да, большая работа у меня будет. Фух. Ну ладно. Фух. Ладно. Привет, Вова. И он мне сказал, что тут вот все находится. Так, ладно, все уберу-ка сюда. Ага. Так, тут взяли. Так, сюда все сложили и. И вот так вот. Угу. Ну, ничего, придется голыми руками так. Пол. Ладно, давайте сначала пол уберем. Где нет? Сначала тут все это уберем. С прилавка. Вова, я потом тебе все верну, обещаю. Так, с морковка. Так. Готово. Сейчас тут все уберем. И сделаем все красиво. Так. Ну, хотя. Сначала надо. Может, с паутины начать? Лучше с паутины начать. Такс. Такс, избавляемся от паутины. Сколько же ее тут? Когда ты последний раз убирался, это Вова? Пипец. Такс. Ладно. Убираем это все. Ладно. Вова, погоди, я сейчас. Я сейчас вернусь. Я тут ничего у тебя не краду. Мне неудобно как-то. Обменяем все. Такс. Обмениваем. И куплю себе топор. А то как-то неудобно. А без него. Такс. Обмениваем на 5. Ладно. Так, все готово. И обмениваю на 5. Такс. Ну, все. Надеюсь, что хватит. Да, хватит. Прекрасно. Спасибо, до свидания. И тут канализацию, что ли, сделали. Я ничего не делал. Ой. Такс. Здравствуйте. Можно у вас топорик купить? Спасибо большое. Ну и все, пошлите уже ремонтировать его дом. Фух, ну что ж, погнали. Итак, убираем тут все. Так. Ну, так сказать, уже слово друзья. Ой, кстати, поесть. Ой! Это не моя еда, вот моя. О, вкусный дошик. Так, ладно. Все убираем. Так, полки уже все убрали. Это что? Не знаю. Ладно. Снег у тебя тут откуда? Так, пол убираем, в котором противно. Офигеть. Вова, ну, прости, ну ты и свинья. Прости. Конечно, за это. И вот тут вот все убираем. Ой, тут у тебя еще осталось. О, как новенький магазин.
Ну, не считаю окна. Мы там все снаружи сделаем. А вот теперь делаем прилавки. Я хочу вот как-то... Так. Вот тут вот, к примеру, что-то одно будет. Можно тут сломать? О, можно. О, если я тут все поменяю, ладно. Ты, если что, не злись. Лампу надо поменять местами. Ой, темно как-то стало. Да блин. Простите немного. Как видите, зима наступила. Немножко приболел. Итак, тут вот ставим. И вот тут вот. Вот. Хорошо. Итак, ставим лампы вот сюда. Итак, отойди. Сюда, сюда и сюда. Вот. И 16 рамок. Тьфу ты, какие 16? 6. Так. А на снаружи там все потом сделаю. Текс. Ну, картину может какую-то. Вот и текс. Нет. Нет. Вот. Немного покрасивее стало. Текс. Нет, как-то. Как-то вот так, да, сойдет. Текс. Где тут что? Текс, вот. Яблоки. Дошек и... Текс. Идеально. Тут все остальное я тебе сюда сложу. Ладно. О, еще одна осталась. Куда ее прикрепить-то? Ладно, как всегда, чтобы здесь было. Вот уже покрасивее стало. Текс, двери осталось поменять. Ой. Тут надо убрать. Текс. О, погоди, сейчас сделаю все. Так, где-то. Так, вот последний блок остался. Вот так, наверное, и вот так. О, прекрасно. И осталось поменять окна. Так, убираем таблички все. И окна ставим. Такс. Мусор здесь. Такс. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Такс, поставили. Тут ничего нету. Привет, бомж. Такс. И тут осталось. Все, прекрасно. Как новенький. А, стоп. Он же есть новенький. О, как же красиво тут стало у тебя сразу. Ладно, тут вот все оставшееся. Я к тебе сюда сложу. Ты сам разберешься, что с этим делать. Так, луч какой-то. Может, луч. Ну да, пусть так вот. Типа как колокольчик. Так, ну и вроде бы все. Так, стоп, еще. Это. Все, Лова. Давай, я тут себе, тебе приукрасил весь. Все это. Давай, денежки. Спасибо большое. Ну и водичку. Спасибо. О.
Спасибо вам большое. Всего доброго. Пока. Вот уже. Темнеет, закрывается. Почему? Дождь идет, когда снег уже выпал. Ну это же Россия. Тут все может быть. Такс. Вот точку мне. Сенки. Мне обязательно надо рубли хранить. Вот он. Блин. Я так скоро от жажды помню. Вова, Вова. Привет, еще раз. Еще раз, рубички. Ну, тебе не. Все, пока. Я ухожу. Точно уже. Так, с еще другим. Ага. Тут и молоко. Ну, кружки. Ну, другие бутылки. Странно. Не дерывайся на меня. Ну, тенка. Отошел. Ну-ка. Отойдите, добрые люди. Ты чё, нарываешься на меня? Ты чё, на меня нарываешься? Никогда не нарывайся на бомжа. Понял меня? Фу. Идиот. У нас уже 660 рублей. Это нормально так. Первая, так сказать, у меня уже первая работа появилась. Я так подумал. И тут предлагают за мусор или снег деньги. Здрасте, можно вас купить кирку и лопату. Спасибо большое. Thank you. Oh, thank you. Уже вот так вот. Вот. Дорога не так. Трава какая-то появилась. Чего вспомнил? А снится нам трава, трава у дома. Берем. Офигеть! Так можно реально заработать до хрена. Так за снег сколько сейчас получу? Я не снизу. Эй, вот не птя! Не нарывайся, говорю я на тебя. Тут ничего нету. Ну-ка, эти. Эти. Да, стой. Еще попьем. Все. Бутылочку отдаем. И все. До свидания. Пошел спать. Уже ночь. Мне бы надо бы свет купить какое-то освещение. Ладно.
На этом я заканчиваю серию. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео по выживанию бомжа в России. И как всегда, наберется 5 лайков, продолжение для видео. Ладно, всем пока. Кстати, кто не заметил, мы появились на микрофон. Love is here.